Будьте ближе к вашим родным в эту Пасху. Ведь через MoneyGram можно отправить деньги в страны СНГ, окружив родных любовью. MoneyGram. С нами вы ближе. Тревога сегодня была объявлена в Берлине. В адрес немецкого президента поступило письмо, содержащее взрывчатку. Вместе с полицией к резиденции главы ФРГ прибыла и съемочная группа RTVI. Все подробности у Сергея Сумленного. Здравствуйте. Действительно, сегодня утром во дворец Бельвью, вот этот дворец находится сейчас прямо за моей спиной, это официальная резиденция главы государства Германии Йоахима Гаука, президента страны, пришло письмо, которое содержало взрывчатое вещество. Вся корреспонденция, доставляемая на адрес главы государства, разумеется, проверяется сотрудниками спецслужб, и вот в этот раз было обнаружено вещество ХМТД или гексаметил-3-пероксид-диамин, вот такое у него сложное название. Это промышленная взрывчатка, которая очень мощная. По заявлениям представителей спецслужб, в момент обнаружения письма сам президент Гаук на территории дворца не находился. Он был в столице, но не на территории своей резиденции. И пока президент не вернулся в свою резиденцию, здание было оцеплено. И прямо на лужайке, ее вы тоже можете сейчас видеть за моей спиной, сотрудники спецслужб это письмо контролируемо подорвали. Попутно вокруг места подрыва были установлены специальные газоопределяющие датчики, с помощью которых предполагается определить нахождение примесей во взрывчатке. Это должно помочь определить точно, откуда эта взрывчатка могла быть отправлена, и таким образом вычислить бомбиста. Я, в свою очередь, напомню, что это не первый случай подобного покушения на представителя власти в Германии. В ноябре 2010 года в администрацию федерального канцлера Ангелы Меркель пришла аналогичная посылка, тоже со взрывчатым веществом. Тогда сотрудники спецслужб тоже ее благополучно отследили и разрушили ее с помощью водяной пушки прямо во дворе здания администрации федерального канцлера. Ну а на этой неделе аналогичное событие произошло в мэрии Берлина. В среду неизвестные отправили на адрес мэра Берлина Клауса Вуверайта письмо, в котором содержалась емкость с очень агрессивной кислотой. Пока что криминалисты не считают, что покушение на Клауса Вуверайта и письмо, доставленное на адрес президента ФРГ Йоахима Гаука, что эти события как-то связаны. И сейчас ведется расследование, и специалисты пытаются понять, кто мог отправить это письмо и что за этим всем может стоять.